Портал fb.ru расскажет о трех новых материалах для отделки стен. Если вы задумали ремонт, то столкнулись с проблемой отделки стен. Казалось бы, что сложного купить обои и просто наклеить их? Ремонт – дело непростое, и обои – не самый лучший вариант, ведь их недолговечность и высокая цена очень не радуют. Но как же тогда отделать стены красиво и недорого? Портал fb.ru расскажет вам, как это сделать. И первый вариант – отделка штукатуркой. Самым очевидным решением является отделка штукатуркой. Она устойчива к перепадам температур, ее просто наносить, а низкая цена – весомый аргумент «за». Выбирая штукатурку, стоит отметить следующие варианты. Традиционная – простой, но интересный вариант. Огромное количество оттенков и вариаций поможет вам создать именно то, что вы задумали. Если вы решили сделать ремонт без лишних трат сил, нервов и денег, этот вариант для вас. Венецианская. Вариант выглядит сложнее, но оно того стоит. Внешне штукатурка напоминает мрамор, имеет огромный выбор цветов и оттенков, но стоит дороже и требует больше подготовки. Шелковая штукатурка. Названием материал обязан своему внешнему виду, ведь очень похож на атласную ткань. Решение очень оригинальное, но не самое долговечное, очень боится запахов и влаги. Второй вариант – это мозаичная краска. Как и шелковая штукатурка, является интересным решением. Представляют собой небольшие капсулы, что при попадании на стену разрываются и оставляют красочные пятна. Наносится с помощью краскопульта. Материал отличается долговечностью, экологичностью, и он очень прост в чистке. И третий вариант – переводные и самоклеющиеся фрески. Фреска – это не только рисунок на штукатурке, как принято думать. В строительном мире много разных фресок, но мы рассмотрим переводные и самоклеющиеся. Их главный плюс – приятный внешний вид и простота. Качество печати и свободный выбор изображения преобразят вашу комнату. А материал не зависит от поверхности. Удобный вариант для тех, кто не хочет долго проводить ремонт. На этом видео подходит к концу. Мы разобрали лишь самые недорогие, простые и удобные варианты, но их гораздо больше. А какие стены у вас в квартире? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.